Частицы животворящего креста Господня и мощи святых Киево-Печерских, великомученицы Варвары, апостола Варфоломея, святых Луки и Спиридона в Дубосарский храм всех святых привезли в конце прошлой недели. С тех пор двери храма не закрывались, чтобы к ним мог прикоснуться каждый верующий. Служу при храме уже 10 лет, и неоднократно мы являемся свидетелями таких святынь. В дни Великого Поста особенно важна, потому что силы наши изнемогают, теряем мы душевные силы, и в такой период мы подкрепляемся такой благодатью, силой, и идем дальше, ждем светлое Христово воскресенье. Частицы мощей всех святых известны своей чудодейственной силой. Обрели ее великомученики за то, что при жизни проповедовали христианство и даже на смертном одре не отказались от веры Иисуса Христа. Как к ним не прийти, не переложиться, поклониться им за все страдания, которые они вынесли, и попросить Господа Бога о помощи. Сказывание древнего философа: если я верю в Бога, а его нет, я ничего не теряю. А если я не верую в Бога, а Он есть Всевышний, я теряю все. Вот люди, пришедшие в храм, все верят в то, что Он есть. И поэтому стараются очистить свою душу. Я уже пришла второй раз. В пятницу было первое маслособурование, а сегодня уже второе. И вот мы уже поклонялись, встречали святые мощи. И сегодня я пришла еще раз, чтобы поклониться им в очередной раз. Мощи святых и частица креста, на которой был распят Христос, пробудут в Дубосарах до конца недели. Затем прикоснуться к ним смогут прихожане церквей и приходов в селах района. Анастасия Чернетинская, Анжела Кранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский.